Повелитель боли. Давай. Правда ли, что Станислав Черчесов был первым осетинским футболистом в Локомотиве? Нет. А кто был? Не помню, но надо на вопрос отвечать. Нет. Боль. Да? Она там? Да. Чего еще? Такие вещи нужно знать. Давайте заново. Я отвечу. Правда ли, что Джегош Крыховик является фанатом группы Металлика? Нет. Правильно. Правда ли, что Ведран Чорлука сыграл больше всех матчей среди иностранцев, когда-либо игравших за Локомотив? True. Бой. Рекордсменом является Сергей Гуренко. Ведран. Правда ли, что Фарфан после матча Перу-Новая Зеландия, который вывел команду на ЧМ, показал футболку с изображением Семина? Нет. Правильно. Правда ли, что Антон Миранчук забил за Локомотив больше голов, чем брат? Нет. Правильно. Антон забил 23, а Леша 34. Правда ли, что однажды Эдер выиграл в покер 10 тысяч евро? Эдди? Нет. Молодец. Правда ли, что Дмитрий Баринов боится пауков? Да, он много чего боится. Правильно. Правда ли, что Александр Коломейцев получил водительские права лишь в 27 лет? Нет. Правильно. Правда ли, что Лука Джорджевич стал героем самого популярного видео о Локомотиве в мировом интернете за прошлый год? Нет. Вот. Это правда. После его промаха в игре с Ростовом. Да? Хорошо. Правда ли, что Михаил Лысов становился лучшим в пик-тесте на зимних сборах 3 года подряд? Да. Правильно. Правда ли, что Дмитрий Живоглядов, будучи игроком Уфы, 3 года жил в отеле? Да. Молодец. Правда ли, что Федор Смолов забил за молодежную сборную России больше голов, чем за основную? Нет. Боль. За молодежную 16, за основную 14. Федя. Дайте вместо Черчесова, мне еще в сборке может. Правда ли, что Станислав Черчесов был первым осетином в истории Локомотива? Думаю, да. Молодец. Да! Молодец. Хорошо.